Здравствуйте, уважаемые зрители, рад вас снова приветствовать на канале Среда Обитания. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Сегодня он будет крайне необычный, подобных видеообзоров я еще не снимал. Сегодня он будет посвящен одному очень интересному, красивому месту на границе с Россией и Литвой. Ну и как вы уже, наверное, догадались, это озеро Виштынецкое. На самом деле место достаточно уникальное, интересное, красивое. Озеро довольно-таки большое, привлекает огромное количество отдыхающих ежегодно. Причем знаю, что в этом месте отдыхают не только там в летний период, там в какой-то теплый период, скажем так, но и в зимний период есть дома отдыха, которые круглогодично принимают отдыхающих. Поэтому всем добро пожаловать, очень интересное такое замечательное место, где можно провести время не только там таким пассивным отдыхом, но и в том числе и активным. Можно погулять, посмотреть красивые места природные, можно заняться рыбалкой, причем и летом, и зимой. В общем, так здорово провести время, что думаю, что останется огромное количество впечатлений не только там от каких-то там, не знаю, там тропических курортов, где море, солнце выжигающее и полно всевозможных надоедливых насекомых. Хотя и здесь их, конечно же, будет полно. Ну и в самом начале, друзья мои, давайте обратимся к всемирной энциклопедии Википедии и узнаем, что за озеро Виштынецкое. Итак, это озеро иногда называется Европейским Байкалом. Представляете, ну вот настолько оно большое, уникальное и красивое. Озеро на границе России и Калининградской области, Нестеровский район и Литвы, Мариампольский уезд, Вилковишкинский район. Самое крупное, а также глубокое и чистое озеро Калининградской области, его площадь составляет более половины общей площади озер и прудов Калининградской области. На литовском берегу, на северном берегу расположено местечко Виштитис. Мы его тоже с вами сейчас, наверное, посетим, посмотрим, как там что выглядит. Рассматривается возможность открытия в районе озера нового пешеходного погранперехода на российско-литовской границе. Итак, вот таким образом выглядит данное озеро со спутника, довольно-таки большое. Если сравнивать с озером Байкал, да, на самом деле оно несколько может быть меньше, но тем не менее оно не хуже, оно не загрязненное, очень чистое такое озеро. Это озеро, кроме всего прочего, пресноводное и довольно-таки неплохие, красивые здесь места по берегу этого озера. Кроме всего прочего, в этом озере можно купаться вполне в летний сезон, не так, как, допустим, в Байкале, где может лето пройти и ни разу, допустим, в эту воду даже не зайти. Кроме всего прочего, на Байкале, сами знаете, что даже в жаркий период вода особо-то и не прогревается. А вот здесь есть пляжи, ну и что-то такое интересное мы с вами сейчас вместе и посмотрим. Так, ну что, я предлагаю начать вот с российской территории и начать вот здесь. Конечно, съемок не так уж и много, мне вот просто это удивило, почему не столько много съемок, но тем не менее мы все вот посмотрим абсолютно, как тут выглядит. И вот определенные съемки я нахожу, давайте начнем с них. Итак, вот на границе с Россией и Литвой есть такой населенный пункт Малое Белозерное. Ну, съемок не так и много, вот я говорю, будем довольствоваться тем, что есть, в принципе. Так, Малое Белозерное, но съемки июль 2012 года, совсем небольшой такой вот клочок здесь, но тем не менее, даже на 2012 год, давайте посмотрим, как выглядело здесь все. Ну, конечно же, вот эти вот все постройки мне больше всего напоминают Литву. Может быть, не совсем уж в хорошем они таком состоянии, но, тем не менее, прилегающие территории и вообще общие виды, конечно, замечательные. Посмотрите, вот это вот, конечно, невероятно. Это гнездо аистов, конечно же, посмотрите. Здесь дополнительно какое-то сооружение, то есть вот такое колесо прилеплено, и на этом колесе аисты расположили свое гнездо. Говорят, когда аисты прилетают, гнездятся в каких-то местах, значит, эти места очень хорошие, скажем так, с хорошей аурой и добродушными людьми, проживающими в этих местах. Так, ну, вот таким образом выглядит озеро с этой позиции, можем посмотреть. Конечно же, здесь нет каких-то домов отдыха, здесь вот огорожено все.
возможно, вот там это все располагается, может, какие-то дома отдыха. А здесь только частный сектор мы видим. Да, здесь непосредственно проживают, может быть, даже люди. Ну, или в качестве, скажем, ну, может быть, каких-то дачных участков это все используют. Скорее всего, что... Все-таки место достаточно глухое, вряд ли здесь на постоянном основе как бы живут люди. Еще такая точечная панорама Малого Белозерного. Съемки мая 2021 года, то есть довольно-таки свежие. Невероятно, посмотрите, галька, прям как будто бы на море, да, все это выглядит. Вот такие вот огромные волны, да, морские. Ну и вот прилегающие территории вот этого места мне хочется посмотреть. Да, здесь, скорее всего, какие-то уже, может быть, дома отдыха присутствуют. Ну или я ошибаюсь, все-таки это все это частный сектор также. Ну вот есть лодки, да, места для отдыха. Пусть неказистые такие, вот, знаете, но все равно вот это придает, может быть, даже большую романтику, нежели там берега какой-то Греции, Турции. Нафига они, может быть, и нужны, когда вот такие замечательные места есть, как в России, так и в Литве, вот на этом озере. Так, ну и со стороны России июнь 21 года, то есть вообще прям вот невероятно свежие съемки, друзья мои. Вот такой пирс, ну это указан по Google картам этот пирс, не знаю, что он из себя представляет, конечно же. Здесь, ну давайте его посмотрим, то есть места для прогулки вот видим, не знаю, что там вот люди рассматривают, что-то ловят, может быть раков, может быть рыбу опять же. Ну вот здесь есть рыбаки, да, мы видим с удочками или там со спиннингом, не знаю. Они находятся. Оборудованы места для прогулки, места для отдыха. Посмотрите, какая водичка здоровская. Да, вот на самом деле озеро очень чистое, красивые такие невероятные места здоровские. То есть помимо всех каких-то морей, там южных стран, вполне можно отдохнуть и у нас. И насладиться вот этой природой. И ни в коем случае там не чище где-то вода или воздух, там, я не знаю, природа чище где-то там, в той же, опять же, я говорю, Турции, там, не знаю, в Таиланде, там, не умаляю, конечно же, достоинства этих курортов, но, тем не менее, вот, пожалуйста, природа, чистота, воздух, посмотрите. Все это присутствует у нас, просто-напросто надо знать места и отдыхать. Вот такой замечательный пирс, где можно погулять. Так, здесь какое-то сооружение, наверное, старинное. Вот выложено камнем даже, булыжником, скажем так, даже не камнем, а булыжником. Есть кладка очень старинная также. Ну, просматриваем дальше пирс этот. Вот насколько прозрачная водичка, посмотрите. Даже морская иногда такая не бывает. А здесь вот, пожалуйста, пресноводный водоем. Вполне все реально, все есть. Одуванчики уже отцвели, но это и понятно. Такие вот прогулочные места. Вид, общий вид на озеро. Видео не буду включать. Это, конечно, чье-то видео, поэтому, чтобы не было вопросов, мы его просто не включаем. Просто смотрим изображение пока. Даже вот зимние пейзажи, посмотрите. Даже зимние пейзажи, насколько фантастичны, даже я бы сказал. Насколько необыкновенны и также красивы. Даже вот зимой это озеро выглядит просто замечательно. Еще раз хочу напомнить, мы смотрим с вами озеро Виштынецкое, что на границе Российской Федерации и Литвы. Вот знаете, как на этом месте хорошо бы дополнительно поставить какие-то места отдыха, поставить какие-то там пансионаты, может быть, не знаю, и просто привлекать туристов, развивать внутренний туризм, в том числе из страны Литвы, из страны России. Я думаю, что если бы люди приезжали сюда, допустим, там приехали бы русские со своей стороны, отдыхали на этом побережье, и я думаю, что они вполне бы с удовольствием посещали территорию Литвы, посмотреть, как это озеро выглядит с территории Литвы. Вполне это возможно, это реально, и было бы, может быть, огромным плюсом для обеих государств. Ну и в том числе и литовцы приезжали бы на российскую территорию, точно так же отдыхали, почему бы и нет. Вот со стороны России здесь расположена турбаза июля 2020 года. Один из номеров показан, что ж, довольно-таки неплохо.
кстати говоря, я не думаю, что тут огромное количество людей отдыхает, но посмотрите, насколько выглядит номер весь солиден хорошо, вот так вот, как на Черноморском побережье, который я сам довольно-таки люблю и часто бываю, ну как часто, ну фактически ежегодно. Лебеди плавают, посмотрите, какие величественные птицы. Опять же вот этот пирс, а, ну этот, наверное, пирс уже на территории непосредственно турбазы, Виштынец, турбаза Виштынец. Такие вот фигурки здесь установлены, вот такие комнаты отдыха присутствуют, природный парк Выштынецкий, опять зимний пейзаж. Вот я говорю, здесь даже вот зимой и то, такие места здоровские, такие красивые, невероятно. Вот, честно говоря, это озеро как-то вот, вроде бы неплохо знаю географию, но как-то вот упустил и на самом деле не представлял, что здесь есть такие замечательные места, и кроме всего прочего, есть даже турбазы. Ну, посмотрите, ну, здорово, хорошо же. Красивая природа. И какие виды. Не знаю, мне очень нравится. Совушка. Ну, и опять это территория турбазы. Ну, такая турбаза-жемчужина. Лагерь, можно сказать. Не знаю, здесь вот что-то жгут. Проводы зимы закончились, это что, на Ивана Купала, может быть, не знаю. Ну, тоже территория, смотрите, есть и пирс такой вот замечательный. Ну, это, конечно, февраль 2020 года. В феврале понятно, что холодно. И не покупаться, не отдохнуть толком. Август 2020 года, пожалуйста. Видно, что пляж есть, естественно, значит, люди отдыхают. И водичка более-менее неплохая. Но я думаю, что она прогревается. Это же озеро, не море, опять же. И не Байкал, где довольно-таки прохладно. Так, это уже территория другого какого-то пансионата. Ну, бог с ней, смотрим. Все же смотрим с вами. Ну, так отдыхающие приезжают. Вот этот внутренний туризм. Иногда люди живут в своей стране, даже не знают, какие есть красоты природные, замечательные. И также в соседних странах, например. Ну вот здесь информатор мне дает январь 2021 года и беседка с парковкой, какая-то беседка с парковкой, не знаю, что это такое представляет собой. Такой старинный мост, посмотрите. Тут вот не пойму, то ли грот, то ли тоже такой мост, может быть, пешеходный какой-то расположен. А, ну вот, это беседка, слава богу, я понял. Парковка, да, может места также для отдыха, полюбоваться. Зимний пейзаж, пожалуйста. Снега не так и много, но когда он припорашивает, особенно ели, друзья мои, это вид, это просто невероятный вид. Вот именно почему-то снежные шапки на елях смотрятся просто волшебно, как в сказке. Ну что, давайте еще одну турбазу посмотрим. Такой вот домик, но я думаю, не вся эта, конечно, турбаза, а просто один единичный домик здесь показан. Места вот такие вот для отдыха. Автомобили здесь припаркованы, присутствуют. Закат. Класс. Вот здесь более песчаные пляжи. Посмотрите, насколько тоже прозрачная водичка. Просто вот насквозь ее видно. Представляете, вот таким образом выглядит. Так, на территории озера присутствуют катамараны, лодки. Я так думаю, что если бы не было отдыхающих, просто-напросто они были бы не востребованы. И вот зачем их в таком количестве здесь располагать. Поэтому, конечно же, отдыхающие есть. Здесь какое-то даже представление идет. Непонятно сам вид на озеро и пляж, граница пляжа. Ну, раз пляжи оборудованы, еще раз говорю, конечно же, отдыхающие будут присутствовать, и просто-напросто без них никак не будет, не будет существовать вот такие вот турбазы. Вот они, эти благородные птицы, посмотрите, насколько близко подпускают людей, но я так понимаю, что их, конечно же, подкармливают, и поэтому они особо-то и людей не боятся. Вот такой замечательный еще панорамный снимок с высоты птичьего полета, ну, конечно же, зимняя территория, но, тем не менее, не уменьшает красоты вот этих мест. Люди отправляются поплавать на катамаранах здесь, тоже зимний пейзаж. Так, ну пока мы по-прежнему со стороны Российской Федерации находимся, давайте вот здесь природный парк Виштынец тоже посмотрим некоторые.
природные достопримечательности, природные виды вот такие вот замечательные. Съемки октября 2019 года, для октября даже. Посмотрите, какая красота, какая водная гладь. Опять же, обращаю внимание на прозрачность вот этого озера. Абсолютно чистое место. Природа волшебная, богатая всеразличной растительностью. Так, вот здесь территория, наверное, вот этого природного парка. Тоже есть какие-то дома отдыха, можем обратить с вами внимание. Вот такие беседки для отдыха присутствуют. Открытые веранды классические. Очень здоровское место, красивое. Ничем не уступит Байкалу. Вот места отдыха, посмотрите, как оборудованы на территории непосредственно вот этого природного парка Виштынец. Ну что, друзья мои, давайте теперь отправимся на территорию Литвы и посмотрим здесь вот тоже несколько панорам по побережью данного озера. Ну и вот это обещанное тоже местечко Виштитис, правильно, да? Это тоже небольшой населенный пункт, такой же, в принципе, ну, наверное, чуть побольше, чем Малое Белозерное. Ну, кроме всего прочего, здесь тоже есть определенные панорамные снимки. Ну и, в принципе, даже машинка чуть заехала, тоже можем глянуть, как это все выглядит. Хотя я не уверен, что здесь тоже свежие съемки. Итак, вид у нас со стороны побережья Литвы, с такого вот мыса. Здесь он такой, ну, в общем, на карте был как бы такой мыс, и располагалась вот эта вот панорама. Ну, может быть, ничего особенного, потому что, в принципе, такой природный, замечательный вид на озеро. Еще одна панорама недалеко от этого же места. Тоже замечательный вид на озеро. Ну и вот сам поселок, к нему мы еще вернемся. Вот тут ближе уже к пляжу подошли. Понятно, что это еще май, пляж не убран, конечно же. Ну и это естественно, была зима, были шторма определенные. Здесь вот натащило такие вот, ну, какие-то ветки тут непонятные, да, вот такую мелочь. Все это, конечно же, уберется, и будет такой вот замечательная, такая вот будет замечательная территория, такой будет замечательный пляж. А вот тут смотрите, какая у меня интересная информация появилась. Это дворец бракосочетания вот в этом небольшом поселке в Литве. Ну надо же, на берегу озера создан вот такой дворец бракосочетания. Я думаю, что ну, ни одна молодая пара не будет против как бы зарегистрировать свой брак на территории вот такого вот, вот такой базы отдыха, скажем там, не знаю, как правильно назвать. И плюс, что этот дворец бракосочетания располагается непосредственно на берегу такого замечательного озера. Накрыт стол, скорее всего, в таком тесном кругу семейном все это совершается. Ну, вот так, лук. Не знаю зачем. Ну, ладно, пусть будет. Тоже такие места для отдыха. Опять же, пусть они такие же неказистые, там, как мы смотрели на территории сейчас Российской Федерации. Но, тем не менее, посмотрите, есть эти места. Посидеть возле озера, отдохнуть, полюбоваться. Вот так символично. На лодке флаг страны. Ну, а почему бы и нет? Тоже виды на озеро непосредственно. Территория. Но территория здесь с этого же поселка идет, друзья мои, и я так понимаю, что выходят какие-то тоже дома отдыха непосредственно, и есть возможность поплавать, отдохнуть в этих местах. Ну вот так как дворец бракосочетания, скорее всего, катают вот в таких упряжках молодожен. Ну, кроме всего прочего, посмотрите, есть бассейн под открытым небом, есть горочки, что мы не видели с территории Российской Федерации ни в одном лагере там, или пансионате, или базы отдыха, скажем так, этого ничего нет, а здесь присутствует такая вот старая ветряная мельница. Ну, даже вот, я бы сказал, поинтереснее как-то места. Ага, здесь вот оставляют книги, которые каждый может взять, почитать. Готовится какое-то мясное блюдо, что здорово. Не буду останавливаться, а то самому захочется. Не смогу дальше записывать просто-напросто даже ролик при виде красивых блюд.
явств каких-то невероятных. Тут собачка прибегает. Ну вот территория, в принципе, прилегающая. Вот таким образом выглядит этой, к этому озеру. Даже вот смотрите, даже возле озера литовцы не могут без этого. Есть такой вот естественный, наоборот, заборчик зеленых насаждений. Пусть это может быть даже не специально посеяно, может быть какой-то там уже сам по себе какой-то кустарник разросся, но они молодцы, все это подрезали, и образовался такой вот как бы заборчик, который придает определенный шарм вот этой территории, пусть даже дикой территории. Вот извозчики тут. Смотрите, сколько информации. Я даже не думал, что по этому озеру будет столько информации. Так, здесь спиртное рекламировать не будем. В общем, здоровская такая территория у нас открывается. Ну, давайте еще посмотрим. Так, кроме всего прочего, обнаружил кемпинг. Он чуть-чуть южнее озера находится, также на литовской территории. Посмотрите, какие замечательные домики, индивидуальные для каждого расположенные. Просто романтика, просто вот такой уют. На эти территории расположены еще дополнительно какие-то вот такие вот фигуры, сделанные из металла, всевозможные такие вот запчасти, которые присутствуют, олени. Так, там, не знаю что, в виде барашка какого-то, птичка. Так, а здесь что? Здесь не знаю. Ну, в общем, какие-то животные, насекомые и так далее представлены. Вот такая территория близ этого озера. А вот там, наверное, уже российская территория просматривается. Грива лошади, посмотрите, как продумано. Да, конечно, такую гриву погладить нельзя. Можно порезаться. Это цепи от бензопилы или либо электрической пилы. А здесь что еще? Вот такая вот животинка. Не знаю, как, что назвать и на что похоже. На дикобраза, наверное, скорее всего. Паровозик сделан. Смотрите, как интересно. Сколько интересных таких мест. Ну, по типу льва, наверное, да, фигура на льва похожа, наверное, она и есть. Тоже такие вот красивые виды, причем вот даже вот здесь полярная звезда, я так понимаю, светится. Да, очень здоровские виды. Вот так, озеро Виштынецкое, что на границе с Литвой и Россией. Друзья мои, можно вполне посещать, отдыхать. Мне самому уже захотелось приехать, побывать в этих местах. Смотрите, какая красота. Это просто невероятно. Не нужен нам берег турецкий. Вот так все это выглядит. Просто замечательно. Я думаю, что вы по достоинству оцените мой вот этот ролик необычный. Друзья мои, пишите комментарии, ставьте лайки обязательно. Пишите свое впечатление от этого озера. Вот я, допустим, прям в восторге. Мне очень нравится. С территории Литвы, конечно же, более ухожено, больше каких-то там мест отдыха. Я ничуть не умаляю территорию России. Да, тоже мы видели и пансионатов достаточно там, вернее, не пансионатов, а домов отдыха много, каких-то турбаз, но они, скажем так, поскромнее немножечко. Здесь поухоженнее, поинтереснее места, посмотрите, такие вот фигуры. Ну вот, вот, ну через берег, друзья мои, пожалуйста, обустройте все, как в Литве, и все здорово будет. Можно поделиться опытом вполне. Вот опять же, я к чему склоняю, друзья мои, вот я больше к тому, чтобы наоборот не ссориться, не ругаться, не спорить, кто прав, кто лучше, кто хуже. Вот просто, может быть, наоборот, лучше дружить, и все. Вот такой вот зверь интересный, даже не знаю, из чего он сделан. Просто дружить, общаться и делиться впечатлениями, я говорю, своими идеями. Вот люди купаются, я же говорю, здесь просто здорово. Август 18 года, значит, теплая погода, теплая вода. Можно зайти, искупаться вполне. Все реально, все возможно. Вот так. И зачем нужен берег турецкий? Чего там, скалы? И купаться в бассейне, особенно если Черное море брать в Турции, друзья мои. Ну, видел я это все, знаю, что из себя представляет. И даже в море-то купаться негде. Скалы, пляжа реального нет. Купаешься в бассейне, ну и что? Да нет, не хочется мне туда. Лучше вот куда-то на Балтику даже посетить.
Смотрите, какие места классные. Все, шашлычок, природа, воздух. Плюс, я думаю, что рыбалка вполне возможная. Вот кто рыбачил на этом озере, напишите, что возможно рыбалка реально. Просто такая любительская рыбалка, там, не знаю, какого-нибудь там самого маленького карася поймать чисто и все, больше ничего не надо. Просто посидеть, отдохнуть. Не из-за рыбы, а именно на рыбалку. Так, ну что, давайте несколько панорамных снимков еще на озеро посмотрим. Уже здесь, конечно, места не оборудованные, а просто так. Вот еще одно место такое, друзья мои, я пытался перевести, но почему-то переводчик мне ничего не дает, ни в Гугле, ни в Яндексе. Что это такое? Думаю, что место какое-то памятное, может быть, даже печальное. Если кто-то будет просматривать, знает, что это за место, расскажите, пожалуйста, о нем. Здесь стоят кресты. И с чем это связано? Что это такое? Может быть, какая-то трагедия произошла? Я вот не знаю, потому что, ну вот, информации как бы не нашел об этом. Здесь вот обнаружил, что дорога проходит край озера, но, к сожалению, виды на само озеро здесь не показаны, потому что все равно краем вот такая растительность проходит, и мы, в принципе, не можем полюбоваться. Хотя я думаю, что виды были бы отличные, потому что здесь небольшая такая возвышенность, как бы, и озеро просматривалось довольно-таки хорошо и четко. Причем даже вот тот берег просматривался нормально. Еще одно, скажем так, достаточно дикое, наверное, место. Озеро Виштынецкое таким образом выглядит. Хотя вполне вот здесь, если чуть-чуть просто убрать какие-то там ветки, какие-то вот насаждения, вполне можно, думаю, купаться здесь вот во всей территории. Почему бы и нет? Никаких огромных там, не знаю, валунов, либо, опять же, здесь поваленных деревьев, здесь ничего нет. Но, возможно, даже этот пляж и используется. Используется, может быть, какими-то местными жителями, которые приезжают. Не знаю, не могу точно сказать. Ну что, давайте пройдемся немножечко по поселку Виштитис. Вот таким образом он выглядит. Хотя, в принципе, как бы по улицам особых панорам нет, они тоже точные, и можем просмотреть только прилегающую территорию, в том числе ветряную мельницу мы, в принципе, с вами видели. И некоторые прилегающие территории давайте посмотрим, полюбуемся, как они здесь выглядят, край этого озера. Есть, конечно, достаточно вот такие вот печальные строения, и апрель 21 года, заброшенное здание, не знаю почему, конечно же, хотя есть и очень современные и красивые постройки, как бы, ну и опять ветряная мельница просматривается. Кроме всего прочего, огромное количество посмотрел фигур и вырезанных из дерева, ну здесь храм, очень старинный храм, кладка, видимо, из красного кирпича и довольно-таки тоже старая. Протекает река. Здесь съемки мая 19 года. Вот такое здание, не знаю, флаг Евросоюза, Литвы и еще какое-то присутствует. Что за здание, административное или нет, не могу сказать. Ну а соседние здания, скажем так, опять же, вот крыши всегда, мне они как-то не особо нравились, выглядят не совсем хорошо. Ну вот такой вот поселок, край данного озера присутствует. Прилегающую территорию также можем посмотреть. Ну, в принципе, здесь только природные какие-то красоты можем увидеть. Ну, вот это вообще замечательно тоже. Природная красота, можно сказать. Да, и пляжи. Не совсем может быть пляж, но тем не менее, вот здесь катамараны тоже присутствуют. Вот такие вот места тоже. Посмотрите, насколько чистая вода, невероятно, но вот со стороны Калининградской области, когда мы смотрели, там была в основном галька. А здесь смотрю, песчаные пляжи. Но, возможно, галька есть тоже кто-то. Если будет просматривать из местных, в комментариях обязательно напишите, есть ли, вернее, что из себя представляют пляжи, галечные они или все-таки они песочные. Вот, посмотрите, променад. Променад вдоль этого озера непосредственно в поселке располагается, в поселке Виштитис. Зимний вид на ветряную мельницу.
Ну, здесь многие изображения, конечно же, начинают повторяться. Вот такая замечательная фотография, по-моему, самая эффектная из всех, которые мы смотрели с вами. Некоторые элементы вот здесь на город можем посмотреть, вернее, на поселок, на этот. Вот, вот, наверное, самый основной пляж. Ну, может быть, я ошибаюсь, конечно же, либо прилегающий непосредственно к этому поселку. Вот такая замечательная территория. Ну что, друзья мои, на этом я заканчиваю свой обзор на вот таком замечательном виде на озеро Виштинецкое. Мы заканчиваем свой обзор. Мы посмотрели его со стороны Российской Федерации и также посмотрели со стороны Литвы. Конечно же, где виды лучше, где хуже, делать вам. Пишите в комментариях, где вам больше понравилось, где не понравилось и что не понравилось. Но, в принципе, озеро просто замечательное. И думаю, что можно отдыхать по обеим берегам и плюс еще дополнительно приезжать друг к другу в гости. Ну и на этом все. Мы с вами увидимся на канале «Среда обитания». Всем огромное спасибо за внимание.